Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, мы продолжаем проходить Dragon Age Инквизицию. В прошлой серии мы разбирались с заданием для Вивьен, вот здесь мы находились, с вами там еще дракон огромный, который нам пока что довольно рано бить. Вот, в этой серии мы снова в этом лагере, и мы теперь идем по заданию Солуса, то есть для Кассандры здесь задание мы сделали с храмовниками, для Вивьен мы добыли сердце снежного Виверна. Также сделали. И теперь будем двигаться в эту сторону по заданию Солуса. Так что вперед. Я за кадром успел, по-моему, в общем, пару мини-заданий здесь повыполнять, припасы, которые были на берегу найти. Ну, в общем, такое все дополнительное. Письма солдат, парочку нашел. Сжег две точки с телами и освободил один мини-городок, скажем так, в который люди из Инквизиции наши отправились. Но, в общем, это все никак абсолютно не влияет на сюжет, поэтому я все это делал за кадром. Так, ну вот то, что действительно влияет на сюжет, это задание как раз у Солуса. Так, я думаю, мы прям пойдем мимо тайников, особо не будем на них останавливаться. Хотя, по идее, нужно нам здесь людей похоронить, но в этой локации я помню, что точно я это делал и сжигал места, откуда нечисть появлялась. Неплохо наши ребята дерутся. Ну-ка. Все. Некого уже убивать. Да ладно, там опять они с демонами бои устраивают. Вот здесь почему-то мне метка показывает, что я должен кого-то сжечь, но я же уже все сделал, что надо было. Эта территория уже, по идее, под защитой Инквизиции. Так что даже не знаю, что тут еще от меня требуется. Так, ну теперь мы, наверное, здесь пройдем. Я даже не знаю, попаду ли я туда. Направо. Ну, по идее, должен. Да, кстати, пройду. Вполне. Так, что за задание тут? Олафин. Чё? Стоп, это же не они нам отправили на нас этих ребят. Нет? Нет, они нам помогают драться, понятно. Я уже думал, мало ли. Так, Солус. Мочи. Вот так получше. Не трогай меня. Что здесь происходит? We've been camped for weeks in the fields to the west. The war between the lions made passage through the dirt difficult. Damaged some of our arables. If you find the clan, tell Keeper Howan I'll continue the hunt, and perhaps find a safer route through the plains. I heard the Dalish were aloof and mistrustful of strangers. You seem different. Don't tell the Keeper. I love my people, but they keep the old wounds raw. I don't know. Perhaps I feel it's just time to forgive. What's the dearth? It's what we call this place. The dearth. Dearth of Arryn. Ah, понятно. I must be going. Very well. Be safe. Так. Тайничок можно отметить. Сделано. И, наверное, я смогу здесь пройти, да? Или все же лучше пойти по
по дорожке, скажем так. Неотправленное письмо Ганта. Последний отрез из шелка доставлен. Как раз вовремя. У меня предчувствие, что война вот-вот начнется. Я не буду сидеть и ждать, пока меня накроет волной от столкновения дворянских эго. Приготовься отчаливать сразу, как я окажусь в Джейдере. Пирина. Опаньки. Теперь благодаря тому улучшению, которое я сделал, мне показываются лесозаготовки, каньоны и прочие полезности. Все выше, лучше и выше миссия завершена. Но чтобы она была полностью завершена, мне нужно ее, скажем так, сдать. Лесозаготовка еще одна и карьер. Ага, здесь где-то равнина. Понял. Я думаю, что раз там равнина, там, наверное, где-нибудь и лагерь будет. Так что вполне было бы логично закрыть. Разрыв здесь? Да, ладно. Ну-ка, иди сюда. Так, давай, отвлекайся на меня, тебя будут бить остальные. Все, последняя волна. Стоп, соус. Не знаю, что делать. А, кстати, как раз здесь самый сильный оказался. Правда, всего 500 опыта дали. Да ладно. Поезд здоровья, грозовая эссенция возьмем. Нам самое главное от этих разрывов это очки влияния. Ну, опыт, конечно, тоже дают, но 500 это не так много. Поддержка из Невары доступна задача. Ух ты. Подожди, откуда тут столько красных меток? Понятно, волки. Так, ну волки нам не нужны, нам нужно вот сюда двигаться. Не стоит, не стоит злиться на нас. Мы пришли с миром. Мы принесли вам демократию, ребят. Нет, 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 не трогайте волков чертовых. Так, все, выходим из боя. Судя по всему, какая-то легенда про волка. Так, еще один разрыв. Ну, вроде нас так... С одной стороны, вроде бы не особо покоцали, с другой стороны, вроде бы и покоцали. Ладно, давайте нападем. В атаку все. Отвали от меня. Блин, не успею. Так, и вот чтоб сразу по всем. Ну-ка. Кто-нибудь на руну.
Вот чуть-чуть урона он получил все-таки. Все. Просто. There are struggles across Thedas at any given time. I doubt you would have heard of it. An Elven skirmish? In a manner of speaking. And you? I was a soldier, and I, well, you know how it is. I do indeed. Так, в принципе, да, здесь можно нормально пройти. Тебе, пожалуйста, это выпить зелье. Blackwall. Вон, я уже вижу их мини-поселение, но сначала нужно лесозаготовку прихватить себе. Аккуратно. Я и так без здоровья бегаю. Да, мое. Слушайте, это они так специально, да, сделали на колесах, чтобы быстро припасы перевозить. Хранительница Хавен. Здрасте. Но мы-то к этому не имеем никакого отношения. Make him passage impossible. Precisely when the clan needs him most. My first, Tavin, defies my wishes and mounts an excursion to the Emerald Graves. And now, I've learned that the grounds of Var Balinaris are infested by angry spirits from the beyond. I can deal with that for you. My clan and I would be deeply grateful if you could, and be mindful of the resting places of our dead. Var Balinaris is sacred ground. Понял. Но мы уже знаем, что такое Дирт. Далийское расположение. Интересно, для чего я должен его завоевывать? Через эти демонов. Это наверняка где-то здесь, да. Так, Ниса. Replenishing them has been difficult. For one, we're almost out of herbs, and we lack materials to repair the Aravals. I don't even remember. There's so much we're missing. It's all written in my ledger. Mm-hmm. Так, загляните в грозбук Ниссы. Я думаю, что это он, да? Найдите и принесите Ниссе 5 мер вертенки. Где ее брать вообще? You were the one they called the Herald of Andraste. I've heard so much about you and your Inquisition. There's talk even amongst the Dalish. Mm-hmm. Ah, talk. What do they say exactly? Well, the clans are worried about what this might mean for us. The Dalish, that is. No matter what they say, your Inquisition is the only thing trying to help the world. I wish I could be a part of that. You want to join the Inquisition? It won't happen. Keeper Howen won't allow it. He doesn't trust anything to do with the Chantry or Andraste. Hmm. I could try to convince your keeper. You could try. I'll take my leave. Так, отлично. У нас может быть пополнение в рядах. Greetings, stranger. Здрасте. Do you have anything to trade? The keeper has forbidden trade with strangers we cannot trust. Please understand. А, понял, вот для чего мне нужно расположение, чтобы я мог с ним торговать.
повести прикосновение металла. А вот те самые галлы. Так, хорошо. С тобой не говорил. Who's Valorin? My brother. He's been sullen for a while because the keeper chose another as his apprentice. He thinks it's a slight, but it isn't. He just wasn't ready. Keeper Howen wants him to wait. Then he took off three nights ago on his own. I don't know what he was thinking. The keeper sent hunters to search, but they never found a trace. Mathal's mercy. If anything's happened. Вообще, я помню, что во второй части у нас в отряде Далика была Мириэль, по-моему, ее звали, типа того. Поместить? Что я поместил? А, то есть я ей принес вот эти вот ресурсы, да? Наверное, да. Нет. Хотя мне дали... Подожди, за что мне дали влияние? Близкое расположение прибавили, ну значит, я ей принес все-таки то, что она хотела. Хорошо. I won't disturb. Rest easy. Master Rannis. I did not expect such kindness from a stranger. May I ask, traveling these plains, have you come across a golden habit? I fear human soldiers may kill her. If she would only draw close. Я не видел такой. I've never heard of a golden Halla. The legend is not well known, even among the people. We call her Hanel Gillen, the Pathfinder. In times of great need, she comes to show us the way. Why do you think soldiers hunt your Halla? Pelts and horns sell for gold in gem markets, I hear. And if they were gold. Goodbye then. То есть ты ведь не хочешь сказать, что она, типа, блин, из золота состоит? Я думал, золотая гала, в смысле, что у нее шкура особенная. Да, у меня определенно было 5 кусочков этого растения. Раз в 20, наверное, больше, чем 5. Так что я сразу все отдал. Ну, мне кажется, что я смогу пройти только с той стороны. То есть по воде, конечно, вроде как можно, и там даже я вижу какой-то мост или типа того. Так, двинемся сюда, а потом, наверное, двинемся на юг. Я думаю, что было бы полезно иметь дружбу с далийцами. Волков смочили. Все в порядке, ребята? Хорошо. Никаких проблем, значит, никаких проблем. Сюда. Ступидоги. Так, неплохо, Солос, я тут кое-что видел на тебе. Значит, где-то здесь должна быть руна. Наверное, это стене. Нет. Вот. Проявившиеся знаки изображают двух воронов, которых одного в кость. Как тех сердца, другое зеркало. Ну да.
Письмо. Милая моя Дарабелла, с тех пор, как я написал последнее письмо, все стало хуже. Безумие нет конца, странный свет на равнинах, солдаты разорваны на куски. Некоторые думают, что земля проклята эльфами. Но теперь меня там нет, и я выкину все это из головы. Если Селина хочет удержать свой трон, пусть сама сражается со своим кузнецом, демонами и всем, что ей угодно. Мне хотелось бы возвратиться домой, дорогая, но я должен разочаровать тебя. Я больше не могу сражаться за императрицу, но я буду биться за орлей. В лесу изумрудных могил собирается группа повстанцев. Эти люди вроде меня, уставшие и жаждущие перемен. Я встречался со многими из них, и кажется, это правильно. У них большие планы — отбить Дуол и покончить со старой политикой. Я полон надежд. Я знаю, ты почувствуешь тоже. Жди меня, Бенджи. Так, Изабелла. Ой, Изабелла, говорю, Кассандра. Так, Кассандра. Гард мастер поя. Вот, храмовник. Так, ваша вера — это ваша защита от стихии, не только для вас. Весь трат получает повышенную устойчивость к урону от огня, льда, электричества, магии духа. Шикарная у нее там еще суператака какая-то есть. Но сначала вероятность ослабления пусть будет. Вряд ли я все четыре знака найду. Фермер, покидая дом во время войны, спрятал все ценности, чтобы они не достались мародерам. Давайте сходим там, заодно можно разрыв закрыть. Я уже знаю, где тут дракон, эта локация. Звуки все равно не очень хорошие. По идее, я мог бы сейчас урон нанести, я ведь не выхожу из стелса, нет, выхожу. Вот так вот, нравится, да? Может кто-нибудь будет атаковать там, я не знаю. Ребята? Начнется. Так, ты готов? Ты готов. Там будем надеяться, что здесь будет что-то плохое. И там реально колдовский ужас. Меня пока никто не бьет, я смогу урон нанести. Вполне неплохой урон. Пошел вон. Бомба, или 967. Нет, сколько-то. Ну там, в общем, 900 чем-то опыта мне дали. И у меня почти весь отряд поднял уровень. Прекрасно, Blackwall. Давай посмотрим, что там у тебя есть. У тебя Витязь. Вторая профессия. Так, защищаем область становится больше, из-за чего врагам еще труднее миновать вас. Вот что я хочу. На пределе сил вы набираете максимальную оборону и провоцируете всех находящихся рядом врагов. Пока способен действовать, вы автоматически отвечаете контрударами на все-таки ближнем бою. Круто. А вот тут бонус к обороне, да, дается? Я, пожалуй, вот это вот возьму. На цифре 8 пусть будет. Вообще все вот эти суперменья, пусть у них на восьмерке будут. Маг разрывов.
Так, совместный удар. В лыжник подарите противника. 500 урона оружием! 500 урона оружием! Круто. Подожди, на восьмерку ставь. Вот. Короче, ну, посмотрим, что он сможет сделать. Это реально что-то интересненькое. Ух ты, ух ты, ух ты, сколько всего. Фермер покидал свой дом. Но дома-то я так как бы и не увидел тут. Может, он за этой горочкой? Давайте посмотрим. Это же он мог все ценности спрятать. Я вот думаю, вот эта территория, то, наверное, уже выходит за рамки. А, вот здесь, думал, этого камня или здесь, ну... Я думаю, что я потом поищу. Не знаю, найду или нет. Да-да, хорошо. One of the mages. Killed by arrows, it would seem. Bandits, most likely. Опаньки. These aren't mages. The bodies are burned in these claw marks. No. No, no, no. A demon's work, unless I am mistaken. Да. И что нам с ним делать? Я не могу с ним говорить. Солос. Как... Может, Солос что-то может? Не, я думал, что появится метка диалога, там, не знаю. Враг нас не атакует. Я еще какие-то зацепки не нашел, я не знаю. Квест. Было бы неплохо, если бы ты и начался. Духа, с которым дружил Солос, призвали из тени против воли. Ему нужно помочь. Вот я здесь стою. Давайте отбежим и потом снова подойдем. Так, вот карьер. Опа. И он наш. Так, уже что-то. Теперь мы можем его двигать. Не, ну какого черта, что происходит? Почему-то кажется, что скрипт не сработал. По идее, я там нашел одно тело, потом еще три тела нашел. Значит, тут я должен еще что-то найти. Carry yourself like a soldier. You should have seen me when I was younger. Hot-blooded and cocky, always ready to... Ah, youth. It is a delicate balance for those who fight.
If they lack sufficient passion, they never become truly skilled and die or leave a life. But too much passion and they end up dead, or monsters better off dead. Yes. It is a rare soldier who can fight without letting it define him. Нет, может я, конечно, что-то не то нажимаю, но никаких активаций нет. Что с ним делать-то? Я, может быть, эти штуки разрушить? Ну как? Они не атакуются, ничего. Так, ладно, давайте пойдем, не знаю... Серебряные письмена... Золотая гала. Давайте пойдем на юг. Не знаю, я потом постараюсь, наверное, в следующей серии. Ну, после вот этой серии перезагрузить игру. И сюда вернуться, посмотреть, будет работать этот квест или нет. По-моему, потому что вот сейчас мне кажется, что он не работает. Вряд ли я что-то сделал не так. В общем, ладно, не будем на это внимание заострять. Нам нужно двигаться дальше. А тут какая-то пещера. Который изначально не был на карте. Старая купальня. Здесь будет знак. Стоп, кого тут ты бьешь, Кассандра? Я думал, ты кого-то бьешь. Хотел помочь. Опс. Так, ну какой-то из этих стен. Так, так, так. Пиратский колонн. Так, ну все, я только тут смотрел, все остальные стены я проверил. Обсидиан. Может, конечно, наверху, но. Не нашел я здесь метки. Хотя она здесь 100% есть. Ладно, итак, Кассандра. Мне нужна твоя сила. Дуэм, мы копаемся в руинах, слышали, что люди Гюста ковыряют среди камней Халин, как его там. Ненавижу эльфийские названия, Паскаль. Так. Кстати. Солас. Здесь где-то на стенках может быть вполне. Что мы ищем? Фига вы мочите. Ну-ка, спокойно. Теперь ждем. Так, 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 так. Вот теперь хочу вот эту штуку проверить. Вот на тебе, например. Ну, что-то как-то. Хотя во второй раз больше урона гораздо получилось.
все, закрывай. Еще 200 очков опыта. Да, где-то здесь, скорее всего, руна. Так, соус. Баночки заканчиваются. Не знаю, наверное, надо будет в лагерь вернуться и снова сюда добежать. Ой, я зачем-то этот резак взял. Простой. Ладно, надеюсь, я его не забуду продать. Так, теперь пойдем вниз. Здесь наверняка есть руны. Опа, вот она. Открывающиеся знаки изображают две ладони, обхватывающие луну. Так. В принципе, здесь может быть и еще один, нет? Не, вряд ли. Зато есть обсидиан и есть какой-то сундучок. Золотой рог. Фрагмент мозаики. Прекрасно. Ну, вряд ли бы они сюда, да, спрятали. Тут ничего нет. Хорошо. Что ж, давайте тогда здесь серию закончим. Я сохранюсь, вернусь в лагерь, прибегу обратно, перезапущу игру. В общем, много всего нужно сделать, и мы попробуем этот квест все-таки сделать. Если не получится, то... Блин, не знаю. То пойдем просто на юг, будем искать золотую галлу и вот это задание выполнять. Очистить местность от демонов. Может быть, вот эти знаки еще успею поискать. Скорее всего, это я уже все буду прямо на серии делать. В общем, большое спасибо, что смотрели. С вами был Джек Шепард. Увидимся и счастливо.